Кировская область оказалась в пятерке регионов, где зафиксировано больше всего случаев жестокого обращения с детьми. Рейтинг составлен на основании данных Министерства просвещения и Росстата. В прошлом году в области зафиксировано 46 различных инцидентов жестокого обращения с детьми. Речь в данном случае идет об умышленных или неосторожных действиях со стороны взрослых, которые привели к травмам, нарушению в развитии либо смерти ребенка. Лидером рейтинга стал Пермский край. Однако у некоторых экспертов возникли вопросы к этому исследованию, поскольку есть регионы, где случаев жестокого обращения с детьми не выявлено вообще. К примеру, на Кавказе есть мнение, что там такую статистику просто не ведут.